Очевидно, что это распространенный случай, и сегодня нам многое стоит обсудить. Ник, у вас есть вопрос? Джоанна, как мог табак привести к тому, что случилось с этим молодым человеком? Я не хочу об этом думать, но если что-нибудь произойдет, мы начнем терять клиентов. Нам не только нужно, нам необходимо, чтобы Робин выжил и при этом курил. Это безумие. Послушай меня, Джон. Давайте я кое-что объясню аудитории, которая на данный момент настроена против меня. Плохие товары хотят, чтобы Робин Виллагер умер. Знаете почему? Чтобы повысить свои доходы. Они наживаются на людских слабостях. Вам стоит этого стыдиться. Это мне нужно стыдиться? Кстати, мы скоро проведем ужин в 50-миллионной компании, посвященной вреду курения. Согласитесь, ведь для нас нет ничего важнее, чем дети Америки. Вот об этом мы бы хотели узнать поподробнее. Но мы прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами.